Ребяшки, всем привет. Третий день карантина. Но у меня тут другая байда. Вчера специально, принципиально не играл в эту игру. Ну, просто задрала она меня конкретно уже. Тем более, вылазили все красные. И абсолютно невозможно стало играть в эту игру, потому что это командная игра. А в команде, если все красные, то это просто жесть. Так вот, что-то я не допру. Резервное хранилище открыто написано. Вот сегодня только зашел сейчас. У меня вышел когда позавчера. У меня было 336 тысяч, как вы видите сейчас на экране. Вот. Как мы знаем, что каждый бой мы играем, мы откладываем непосредственно вот в это хранилище. Через какое-то хранилище, в премиум аккаунте, естественно. И после того, как проходит некое количество дней, оно заполняется, а потом мы вроде как можем его взять. То есть все-таки это наше бабло, значит, мы можем его взять. Я вышел, у меня было 336, я вошел тоже 336. По идее, если я сейчас нажимаю на эту байду, так точно, я не знаю, по идее, оно вообще должно быть здесь уже. Ну, потому что, ну, какой смысл вот этого всего? Давайте посмотрим. Все. Ничего не изменилось. Что за бред, я не понимаю. Куда делись деньги? Вообще, нахрена это нужно хранилище сраное? Кому оно нужно? Вот если посмотреть, что это у нас такое. Проводите бои, чтобы пополнить хранилище. Каждый седьмой день хранилище открывается, и накапленные кредиты начисляются на ваш счет. Хранилище вмещает в себя до 750 тысяч. На неделю 750 тысяч. Я же говорю, вот сейчас вот при вас пришел. Только что открыл. И ни хрена. Вот как было 336, так и осталось. А где 750 тысяч? Прошу прощения. Давайте посмотрим, что у нас здесь написано. Ну, просто какая-то абсурдная байда. Просто какой-то бред. Я не понимаю, что с этим резервным хранилищем и нахер оно тогда нужно, если там просто куда-то деньги пропадают. Мы что? Итак. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Танковый аккаунт, инструкция. Ну, давайте посмотрим, может, что-нибудь здесь изменится. Привет, танкист! В World of Tanks есть танковый премиум аккаунт, который так же, как и общий, дает плюс 50% к опыту, кредитам и опыту экипажа. А его опции значительно ускорят прокачку новых танков. Ну, это все понятно. Ты дай информацию по поводу того, что нам нужно, по поводу этого ящика дебильного. Что это у нас? Можно в любой момент игровой сессии. Но важно запомнить, применить его можно лишь в последнем сервера. Вы теряете доступ к послебоевой статистике, проведя приятная опция танкового премиум аккаунта «Резервное хранилище». Ну-ну. В него будут дополнительно отправляться 10% от заработанных за бой кредитов без вычета расходов. Таким способом можно накопить дополнительно до 750 тысяч кредитов за неделю. Каждые 7 дней хранилище автоматически открывается, и все накопленное переводится игроку. Если... А куда, прошу прощения, переводится игроку? Я не нашел ничего. У меня, я вышел, было 336, соответственно, если я пришел, должен быть миллион. Где? 1 100 000 даже. Если в течение этих 7 дней танковый премиум аккаунт закончится, то резервное хранилище перестанет пополняться. Но все накопленное сохранится и в положенное время переведется на счет игрока. Также обладатели танкового премиум аккаунта каждый день будут получать Ну, то есть вы видите, какой абсурд, да? Вот при вас 7 дней закончилось, 750 тысяч у меня где-то пропали. Я не понимаю вот этой логики. Ребят, если вы знаете вдруг, куда делись деньги, пожалуйста, дайте знать. Напишите в комментариях. Но, на мой взгляд, пока это какой-то либо... Ну, не похоже, что я тормоз, потому что там четко написано, четко сказано. Прям вот этот ящик хренов, сейф, который... Он служит для того, чтобы накопить дополнительно 750 тысяч за 7 дней. Я накопил эти деньги, при вас я, вот при вас эта табличка была, ну ладно бы, здесь было бы там больше, чем миллион, тогда можно было, ну, в принципе, посчитать, что эти деньги уже здесь. Здесь-то у меня нет денег, 336, как мог открыться этот ящик, и куда могли деться эти деньги, если здесь у меня меньше половины этой суммы? Вот такие вот дела, ребят, нас, по-моему, наебывают.
Вот так вот.